Короче, мы вот тут остановились. Здорово, Артемон. Окей. А теперь я просто подожду, да? Кошка там вроде неплохо справляется. Это что было? Давай сама. Ты неплохо справляешься, давай сама. Rapid pace. Я как герой поступлю, ладно. Надеюсь, ничего не зависнет. It was more fun my way. That's totally irresponsible. What are you so upset about? We won. Well, excuse me for trying to get you to enjoy yourself. Am I just torturing myself? Do I really have to give up Peter Parker to be Spider-Man? What about the people in my life? How would they feel? It isn't like anyone ever sees me now. MJ. Aunt May. Что здесь с текстурами происходит? No matter how hard it is, I can't abandon my friends. So, what? Do I quit being Spider-Man? Ты долго будешь это дифирамбу то разводить, Аро? Я хочу сохраниться. Да ты издеваешься. Я попробую сохраниться. Надеюсь, сохранится. Пускай будет отдельно сесть паук. Не знаю, просто загружать в PS2 эмуляторе это такой еще гемор. Изменяет Мэри Джейн с кошкой? Ты же... Ты же понимаешь, что Мэри Джейн сейчас по сюжету выходит замуж за сына Джона Джеймса, да? Ты же понимаешь это?
Что за обидульки? I don't think I can see you anymore. Hysterical blindness? What? Oh, nothing like that. I just finally realized something. I'm not like you. I can't live the life that you do. My powers came with the responsibility. Да, то есть мы больше не будем смотреть на ее увлекательные Spider-Man is who I am. Стеклорезы. But being ну ладно. Just me. That's who I am too. Let's skip ahead to the part where you ask if we can still be friends. Can we still be friends? Don't sound so dejected. Yeah. But once I cross your path, it's easy to get rid of. Go. Find your girl. Да все из-за стримов с духотой. You finally started listening to me. You're doing what you want. I... Thanks, Kat. See you around. Вернулись туда, откуда начинали, да? I can do it. Да чё с тенью-то с этой, господи! PS2 эмуляция, живи! Да иди, твою мать, куда мы все бежим-то? Я есть курить. И на всякий случай буду после каждого сохраняться, а то что-то... В прошлый раз я сейв стоит загрузил, и у меня игра зависла в процессе, походу. Но перепроходить эти все уровни я не очень горю желанием, поэтому... Лучше так. Ту-ту! Ту-ту-ту! Трым! А можно я что-то вдруг сейчас вспомнил? Можно музыку убрать? А то мне Twitch вырезал. Кусок музыки какого-то черта. Типа копирайт. Куда ты летишь? Изменить. Что за люди странные ходят? Ты что стоишь здесь? У тебя норм все? MJ, there's something I have to tell you. I know I haven't always been there. It feels like I've been going in two directions at once. I just figured everything out though. I know what I want to do. I know who I want to be, and I know who I want to be with. I want to be with you. Peter, I'm getting married to John. Слишком поздно. I can't do this. I'm sorry. I'm sorry, Peter. Good night. Но я Человек-паук. Ну ладно. Ну пошла ты. Пойду с Фелицией замучу. Ее грудь больше. What was I thinking? I must have looked totally crazy. Things could never work out. What about the danger? I must have been out of my mind to ask her. Mm-hmm.
just keep away from her. At least she still has Harry. А я ее загвоздить смогу? Эту твою ПК-версию. Там гвоздь гемор какой-то будет. Да и плюс откуда мне знать, я же не играл. Как бы 6 часов. Зайдет. Да пройду. Я ж не знаю. So nice to see you again. Octavius, glad to see you still remember me. Now I have a problem, and you seem to be the only one who can solve it for me. Tritium. You need tritium. Ты должен был бороться с душными реквестами, а не примкнуть к ним. Я не знаю, как она на ПК работает. Там же это... Вдруг там разрешение в окне не включается. Даже старая игра. Ну, геймпад не работает, на мышке придется играть. Надо уточнять моменты все. Консоли гейминг все-таки попроще будет. Так, мне говорят, нужно сделать это и это. Я, у меня стол низкий, мне неудобно. То есть, ну, 6 часов вот так вот сидеть, знаешь, как не весело. Mary Jane must hate me for freaking out on her like I did the other night. Come on! Some of us got places to be. Spider-Man, there's a boat sinking out in the river. Ой, иди ты в пень со своими. Минус очки. Здорово, блядь. Какого хрена мы опять у воды? Вот серьезно, вот какого хрена? Мне не нравятся эти миссии. Они отвратные. Блять! Ты прыгать сегодня не будешь вообще? Ну камон! Ну все, ГГ. Минус 100. Я фанатею просто с этих уровней. Рядом с водой. I need to apologize to MJ next time I see her. Там настолько грязная вода, что они боятся спрыгнуть с этой баржи тонущей. Она же еще не утонула. Так, давай где-нибудь здесь, во. Все, давай. Кто там? Hello? Hello? Что там за текст такой странный? Никто плавать не умеет в этом городе. Что за текст? А, возьми его, пожалуйста. Hey, I'm walking here. It's me.
Jeez Louise, it's always something. I hope that wasn't too rough a ride. Thanks, Spidey. We better get this patient to OR, stat! Том, спасибо. Лук! Не-не-не-не-не, в ту сторону мы не идем. Не-не-не-не-не-не-не. Мы идем туда. Ты давай там лучше отдыхай. Хотя бы чуть-чуть. My name is Spider-Man, and I'll be your superhero today. Spidey, I just... Oh, I can't do it. I'm sorry, Spidey! Nah! Bro, please don't throw me in the briar patch. Watch out! Man, you sting a little. Wow! Ah, yo hero is... Да как кнопку-то делается-то? Я уже забыл, уже пару дней не играл. О, нет! Спасти город, часть 15. Отправляйте квартиру. Найти работу, если бы вы только знали. Как далеко? Акклиматизация. Считай. Это моя любимая часть. Это моя любимая часть в фильме. Он говорит, я завязываю быть Человеком-пауком. Приходит к Мэри Джейн. Говорит ей, что ее как бы хочет быть с ней. Она говорит, нет, я скоро ухожу замуж. Он уходит, 10 минут думает. Говорит, не, я все-таки Человеком-пауком оставлю. Потом она ему перезванивает. Я подумал, он говорит, о чем? Он тоже передумал. Сука, это просто лучший момент. Я не знаю, как растянуть фильм. Я передумал, я передумала. Я тебе смотрю, он сейчас ей скажет, что типа я передумал. Я думал, что я другой человек, но на самом деле я тот человек, который был раньше. Я был не в себе, я был кутипасом. Мррр.
Извини, Мэри Джейн, была ситуация, там душный реквест, я общагу, из общаги уехал домой. Короче, я разум был не на месте. Разве, Мэри Джейн? Ты чё, просто? А всё нормально. Да, это как Кириллюс хотел PS5, потом перехотел PS5, потом хотел... Steam Deck, потом купил Steam Deck. Теперь опять хочет PS5, стопудов. Tell your photogenic arachnid friend that he will meet me alone at the Enric Towers, 3:00 this afternoon. No, 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 no. Move it or lose it, pal. Другой представь, как человек-паук все время, знаешь, когда что-то происходит, он все время бежит куда-то через весь город, такой, знаешь. Я узнал! Я бежал через секунду такой. А, здорово, ребят, что, нормально все у вас тут? Значит, сразу шутку нужно придумать обязательно. Как к бандитам приходишь. Он по-любому еще, да, стоит и ждет. Секунд 10. Чтобы там дышаться. Фу, нормально. Все, можно шутить. Блять, пожалуйста, игра. Успел. Okay, че, опять поезд? Oh, ну ё-моё, началось. Ядрить пиксели сзади. Нормально, что в поезде 2 вагона всего. Да что происходит? Да что я подойти-то не могу? Я ненавижу этот босс-файт. Here's a small, your protestations of innocence
sicken me. Я нажал. Окей. Я думаю, что тут есть моделька Человека-паука без маски. Лол. О, окей. Очень похоже на фильм был сейчас. По-моему, в фильме это был чуть ли не лучший момент, когда все за него начали заступаться. You did it, of course. And not to conclude our business. I have the tritium in here. Нахер твой сейф. A pleasure doing business with you one final time, Osborne. I leave you to your business and go to tend my own. Before I kill you, I want to see who you are. Peter? How can you be Spider-Man? Spider-Man killed my dad. My dad loved you like a son. Like a son. Harry, we don't have time for this. Octavius has MJ. You have to tell me where he is. I have to save her. Mary Jane. Ту-ру-ту-ту-ту. Octavius. He has a lab that he set up on an abandoned pier. Okay. She's probably there. We'll talk later, Harry. Ту-ру-ту-ру-ту. Ту-ту-тун! Игра говно, уровень говно, декорации говно, враги говно и называется как говно. Устал. Надо отдышаться и начать с шутки. Обязательно. Я с друганом вообще здоровался, прям что-то я видел тебя в чате, а, что я поздоровался хоть, привет. Чё, как не очень-то? Чё, отдельная модель без беретика? Человек тапок и человек 40. Ну вот, это главное его. Еще походу это. Peter. Oh well. Parker. You've been sabotaging me all along. Oh. You killed my Rosie. I'm going to kill the woman you love, and then I'm going to kill you. No one else is going to die. This ends now. Indeed it does. Okay. That's one. How many of these things does he have scattered around the place?
Так, окей, окей, тихо, тихо. Не-не-не! Тихо, тихо. Я точно помню, что несколько штук внизу. Мне нравится, как... Это... игровая модель. То бишь... без маски. Игровая модель. You're a fool to get so close. Please don't die. Ow. Die. Don't lose, Peter. Что тебе дать-то? Great. What would an out of control fusion reaction be without bursts of plasma? Там еще одна что? Да за что? Ну, ну камон, алло. Да, какого хрена вода-то дан ваншот? Ну камон, ну что это за бред? Ну зачем так? Не нужно. Да, Xbox версию проходил. Там точно такой же уровень был. Поэтому я знаю, что делать. One, but how many of these things does he have scattered around this place? Accept your fate. The city will be destroyed. Only you shall be destroyed today, murderous pet. На удивление, он что-то как-то не особо пытается убить Мэри Джейн. Ай. Тут мы уже сделали все. Отстань. Ай-яй-яй. An out of control fusion reaction be without bursts of plasma. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Что ты делаешь?
Как нажать эту кнопку долбаную? А, потрясающе. Doesn't seem to be responding. Must be another switch somewhere. Okay. That should do it. Мишганс. The reactor. The energy field is super concentrated. Когда? Ты про какой момент говоришь? Это я Архимону еще. Why didn't that work? I switched everything off just like last time. It just isn't fair. С тебя вчера списали? Еще проверь, что похоже. Так, что мне с тобой делать, я забыл. Тебе норм? Да ну конечно, а можно. А можно я видеть буду хотя бы, что происходит? Чё-то какая-то хе. Хогвартс Легаси, что ли? Так, ну и что мне с ним делать? Просто его бить пытаться? Что происходит? Где ты? Безумец херов. Где ты? Что с тобой случилось? Я увернулся. Да ну камон! Уворачиваться можно только на земле, ну конечно. Я... Капец какой-то. Чего меня убило, я так и не понял. Он же привязан был к земле. Короче, нужно уворачиваться и спамить треугольник. Лишь бы пространство было, где с ним драться нормально можно. И камера не душила. Давай иди сюда. Ну я нажал! Ну что такое-то? Я нажал! Я нажал опять-таки. А, ну заебись, еще прикольно. Мне, кстати, получилось, чутья нету. Короче, когда они красными становятся, надо нажимать кулак. Да отстань ты от меня, ёб твою медь! Да конечно. Я нажал. Ой, блядь, какой кусок говна, а не игра. Stay back, insect.
those arms. When I catch you out there, you're let off. Away with you. Fight me. Stand and fight me. Fuck off. You're a fool to get so close. What? Hit him again? What an excellent idea. Stand still, coward. I despise you. Fight me! Stand and fight me! When I catch you, I'll tear your legs off. You're a fool. Fight me! Я обвернул. Да я, ну, у него ХП нету, ну чё за бред? Ну у него ХП нету, он мёртв. Честно, дохера игра, спасибо. Я нажимаю, блять, кнопку. Здесь какой, какой писец, а не босс. Да ну а можно я приземлюсь-то, потом ты будешь бить, блять. Шедевр. Ну я же увернулся, ну нажал же кнопку-то, алло. Давай ты просто отъебешься от меня и все. Опять начинаешь. Ну, иди сюда, куда ты пошел-то? Блять. Да уеби ты ему один раз и все, блять. Спасибо. Да кошмар какой-то. Откуда у тебя грудь? Vanity cost Rosie her life. Now I must set things right. А мне кажется, или ее сюда притащили в другом платье, нет? Еще и дрявое все внезапно. Вот. Больше этот уровень никого не беспокоит. I'm
sorry I didn't tell you, MJ. I wanted to. I even tried a couple of times, but... I think a part of me always knew. Now you see why I can't be with you. It wouldn't be fair to you. I was selfish to ask you. You should marry John. Peter. Aww. Come on in. It's open. Expecting someone? MJ? You're supposed to be getting married. You... Ты должна была быть в белом платье. This involves both of us, Peter. And you need to trust me to make my own choice. Почему они такими старыми выглядят? I know the life I'm choosing. And I want to be with you. Я не знаю, что не так, но они почему-то выглядят старыми. Go get him, Tiger. Mary Jane, the girl next door, the girl I love. Да не, просто модели, лица сами выглядят старыми. Amazing powers, and with those powers came a burden of responsibility. Somehow, though, having her with me makes that burden lighter. Still, in the end, it's mine to bear. After all, there's still only one. Spider-Man. Okay. Так, ура, все, опа. Типа шагнул за реквест. Классная музыка, нравится. Вы бы еще Aerosmith сюда пихнули бы. У них, правда, песня лучше. Блин, ну где это смотрится-то? Я каждый раз забываю, где в бусте это посмотреть. Здесь, что ли? Что-то я не уверен, что мне что-то пришло, Архимон. А с тебя списали? Или что? Что, тут вообще ничего не написано? С последнего написано... Шеган Сибур. Эйролян бесплатно подписался. И все. И больше ничего. История выплат. Сегодня какое? Хотя нет, вот что-то выплатили мне вчера. А почему нету нигде? То есть они деньги списали, но меня не уведомили, что кто-то подписался. Нормально? Шедевр. Догадайся, что кто-то на тебя подписался. Ну вот и кто подписался? Серьезно. Я, конечно, понимаю, что Архимон, да. Но нигде ведь не написано. А, о. Вау, вот тут написано. Продление. Я в шоке. Ни алертов, ничего. Просто на одной единственной странице это указано. Что Архимон сделал продление. Во, шедевр. Ну окей. Я тебя вот дам. Запишу. Тут какая-то слишком копирайтовая музыка, я не буду ее включать, а то опять весь звук выружат. Нафиг надо. Ну, если у тебя есть что-то, ну, ты знаешь.
Надо мне сказать просто об этом. Спасибо за подписку. Но не спасибо за то, что алерта не было. Это скорее привет Бусти. Что, надо подписываться, а потом отписываться, да? Как музыка здесь классная. Ну, я чувствую, что она прям супер копирайтовая. Я не знаю. Короче, версия от Xbox'овской вообще ничем не отличается. Просто вообще ничем. Абсолютно та же самая игра. Ну, по крайней мере, я помню ее такой, как она была на Xbox. Что? Ну да. Принципы массива. Подписываешься, сразу отписываешься. После того, как деньги приходят. Ну... Так, алерты будут. Человек будет знать, что на него кто-то подписался. Так они не показывают продление нигде. Не работают алерты на продление. На подписку, да. Продление нет. Да и даже я вот найти не могу, серьезно. Если ты мне не сказал, я бы даже и не знал бы, что ты подписался. Странно сделан сайт, конечно. Корыстный человек, вообще прям негодую сижу. Мог бы как нормальный человек просто взять и сказать мне, что ты подписался. Нет, тянул целый день. Корысти ради. Обиделся на тебя. Ну вот, кстати, может, поэтому массив и отписывается, потому что они списывают автоматически. А он не знает, нужно или не нужно. Второй раз. Что это вообще за тупая хрень, когда тебя заставляют... Знаешь, автоматом просто они привязывают. А вдруг ты не захочешь продлять? Автопродление можно убрать. Где? Еще бы найти на этом сайте это автопродление. Ну, это вручную. Я просто к тому, что ну так не должно быть. Должно? Должно быть автопродление выключено. И если ты захочешь его включить, то оно включиться должно. А то иначе что это, блядь, получается? Ты подписываешься на кого-то, месяц проходит, у тебя внезапно куда-то деньги ушли, и ты даже не знаешь куда? Это же, ну... Это же дичь какая-то. Потом сидеть с банками разбираться по этому поводу. Такие они, эти компании, прям вообще... Это...
глупые вещи делают, там сами же от этих глупых вещей страдают. Понятно, что с ними никто судиться не будет, что это большая компания. У них денег больше. Но все равно. Что с этими титрами не так? Я уже который раз смотрю, это что-то какой-то писец. Чего тут не хватает, очевидно. Все? Музыка кончилась. Ультразвук остался. Который никто не слышит. Вы слышите ультразвук? А он есть. Что за титры? Okay. Теперь самое смешное. Давай. Hey, congratulations. Welcome to part two. Глава 16. If you check your to-do list, you'll see that you've got some new stuff to do. Honestly, I don't know if you're gonna be able to cut it, but give it a shot. Hey. Заработайте 50 тысяч героических очков. Глава 16. Это я тебе так для сравнения. За одну миссию дают 100 очков.